29 ноября в Люберецком дворце культуры состоится сольный концерт братьев Селезневых. Ну что ж, мы готовы? Мы готовы. Музыканты готовы? Приглашаем вас на нашу репетицию. Поехали! Поехали. Игорь и Стас Селезневы оттачивают каждую ноту, репетируют по несколько часов в день и работают над сценической постановкой, чтобы поразить своих поклонников. Их исполнение проникает в самые глубины души. Они умеют находить точное звучание, с которым можно себе представить их внутренний мир и переживания. И с гордостью сердце стучит, ведь это Россия. Если тронет враг заклятый землю русского народа, я рукой поймаю пулю у порога. Братья Селезневы – постоянные гости вокальных шоу на федеральных каналах. Их концерты и творческие вечера собирают залы в самых разных уголках России – от Владивостока до Калининграда. Теперь музыканты с новой концертной программой приезжают в Люберцы. Харизматичный дуэт хулиганов-романтиков сочетает в своих песнях бесшабашный романтизм 90-х с современным звучанием. Уникальные голоса, невероятная энергетика и неутомимая энергия солистов покоряют женские сердца раз и навсегда. Здравствуй, моя радость, здравствуй, моя слава, гордая, милая, ты моя, неповторимая. Музыканты исполняют авторские песни и кавер-версии популярных хитов. Многие из них прозвучат 29 ноября на главной концертной площадке в Люберцах. Дорогие люберчане, приглашаем вас на наш сольный концерт, который состоится 29 ноября в Люберецком дворце культуры по адресу Октябрьский проспект 200. Приходите, друзья, вместе мы споем, потанцуем и даже немного погрустим. Обещаем сделать наш вечер ярким, волшебным и незабываемым. Всегда ваши Игорь и Стас, братья Селезневы. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ.